Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Разберем задание номер 335. Вычислите. Запишем пример А. 576 умножить на 23 минус 766 умножить на 35. Делаем по действиям. Первое действие. 576 умножить на 23. Сделаем умножение в столбик. Получим 13248. Второе действие. 766 умножить на 35. Тоже умножаем столбиком. Получаем 26810. Итак, равно 13248 минус 26810. Это сложение чисел с разными знаками. Плюс 13248 и минус 26810. Надо из большего модуля вычесть меньший модуль и поставить знак большего модуля. Получаем минус. Значит, надо от 26810 отнять 13248. Отнимем в столбик. Третье действие. 26810 отнять 13248. Получаем 13562. Итак, ответ минус 13562. Б. 849 умножить на 18 минус 783 умножить на 28. Первое действие. Умножение в столбик. 849 умножить на 18. Получаем 15282. Второе действие. Тоже умножение в столбик. 783 умножить на 28. Получаем 21924. Итак, равно 15282 минус 21924. Сложение чисел с разными знаками. Плюс 15282 минус 21924. Из большего модуля вычитаем меньший модуль и ставим знак большего модуля. Остается знак минус. Из большего модуля, то есть из 21924, надо отнять меньший модуль. Отнять 15282. Итак, равно, знак минус остается. И отнимем в столбик. 21924. Минус 15282. Итак, равно минус 6642. В.
136 тысяч умножить на 13 минус 8416 плюс 1234. Первое действие умножение. 136 умножить на 13. Равно 1768. Второе действие. В скобках 8416 плюс 1234. Равно 9650. Итак, надо от 1768 отнять то, что получилось в скобках, то есть 9650. Это опять числа с разными знаками. Плюс 1768 минус 9650. Правило сложения чисел с разными знаками. Из большего модуля вычесть меньший модуль и поставить знак большего модуля. Знак будет минус. И больший модуль 9650 отнять 1768. Получаем минус 7000. 882. Г. 4736 разделить на 4 минус 1245 умножить на 5 равно. Первое действие. Деление. 4736 разделить на 4. Равно 1184. Второе действие умножением. 1245 умножить на 5. Равно 6225. Итак, 1184 минус 6225, как и в предыдущих примерах. Из большего модуля вычитаем меньший модуль и ставим знак большего модуля. Знак минус и больший модуль 6225 отнять 1184. Равно минус 5041. Мы разобрали номер 335. Если у вас возникли вопросы или пожелания, оставляйте комментарии под видео.